Массовые мероприятия в регионе останутся под запретом и в октябре. Такое решение озвучил Владимир Владимиров на заседании Совета по борьбе с коронавирусом. Эпидобстановка в крае остается стабильной, но непростой. Растет нагрузка на коечный фонд. В связи с этим в школах и садиках дополнительно проверят обеззараживающее оборудование и другие профилактические меры. А при ухудшении ситуации вновь может встать вопрос о дистанционном обучении. Также Владимир Владимиров поручил продлить меры краевой поддержки для медиков, работающих в красной зоне. Вакцинация от гриппа особенно важна в период пандемии коронавируса. Об этом на брифинге рассказал журналистам министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников. Как прозвучало, в период холодов особенно важно избежать микса этих заболеваний. Своевременная прививка от гриппа также убережет пациентов и от сопутствующих осложнений. Как отметил Колесников, дефицита вакцины в крае нет. Главное – это желание ставропольцев сформировать коллективный иммунитет. К сожалению, в этом году избежать гриппа вряд ли удастся, потому что уже выявлены штаммы на юге России, это в Крыму, в Краснодарском крае, уже есть пациенты, которые еще в августе были выявлены с наличием именно гриппа. Поэтому прогноз на то, что нам удастся полностью избежать гриппа, он несостоятелен. Вопрос только в одном – как мы будем болеть им? В Апанасенковском округе продолжается ремонт межпоселкового группового водопровода. Работы проходят на отрезке протяженностью 2,5 километра, отмечает Краевое министерство ЖКХ. Специалисты на участке укладывают новые полиэтиленовые трубы. Проект поможет обеспечить качественной водой жителей 4 сел округа. В селе Преградном Красногвардейского округа капитально отремонтировали филиал детской школы искусств. Как сообщили в управлении по информполитике правительства региона, в учреждении заменили кровлю, оконные и дверные блоки. Обновили инженерные сети, а также провели отделку фасадов и внутренних помещений. Все работы проходили в рамках национального проекта «Культура». В Георгиевском округе отремонтировали участок региональной трассы Георгиевск-Урухская Орловка. Работы прошли на отрезке протяженностью 5,5 километров. Там обновили асфальт, нанесли свежую разметку и привели в порядок обочины, сообщает пресс-служба Миндора Ставрополья. Работы прошли в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы.